Меняем звезду. Николай Валуев. Сырая. С Валуева. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте барабан. Фамилия английского генерала, введшего новый вид бомбы, заряженной картечью. Шрапнель подходит. 500 очков, буква. Мягкий знак. Ой! Откройте мягкий знак. Крутите барабан. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. 400 очков. Буква. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. 600 очков. Буква. Такой буквы здесь нет. Крутите барабан. А вы все равно банкрот. Крутите барабан. Шестьсот очков. Буква. Ваша любимая. Просто замечательно. Откройте нам букву Р. Крутите барабан. 500 очков, буква. Л. Угу. Откройте букву Л. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Ну, крутанем, рискнем. 500 очков, буква. Е. Откройте! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию! Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Правую. К сожалению, не угадали. Назовете слово целиком? А не буду. Буду крутить, вращать, вертеть. 750 очков. П. Я поражен. Откройте букву П. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. 850 очков, буква. Н. Ай. Откройте нам букву Н. Назовете слово целиком? А крутану, а вдруг приз? 500 очков, буква. Ша. Абсолютно точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Левую. К сожалению, не угадали. Короче, дурит Якубович.
Коляна. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал. Прошу. Вот задание на финальный тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Кого отваживали цирюльники предоставлением некачественных услуг? Интересно. 4, 5, 9 букв. Бомжей. Будем гадать. 500 000 очков. А. Такой буквы нет. Ух ты. Крутите барабан. Это интересно. 1000 очков, буква... Такой буквы здесь нет. Прощайте, барабан. Интересное слово. 600 очков, буква... Замечательно. Откройте букву В. Красноносый. Крутите барабан. Букву угадал. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Вращаем. 500 очков, буква. Что-то про гласное забыли. Такой буквы здесь нет. Вращайте, барабан. 350 очков. Что? Откройте букву О. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Абсолютно точно! И перед нами победитель! Да. Колян доигрался. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Да нет, мы еще раз поиграем. Так, что ли тактику сменить? Отгадывать сразу, чтобы быстро дойти до финала. И... Ну, сейчас посмотрим. Походу. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутите барабан. По преданию, короли из династии Капетингов излечивали это заболевание прикосновением рук. Заболевание. 8 букв. 850 очков, буква. А. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. Заболевание. А вы все равно банкрот. Ну, вращайте барабан. Святослав Абрамович. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. 800 очков, буква. Такой буквы нет. Ну, вращайте барабан. 600 очков, буква. Е. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. Откройте букву О. Вращайте, пожалуйста, барабан.
То понос, то золотуха. 350 очков. Ой, такой буквы нет. Ну, вращайте барабан. Что такое золотуха, я не в курсе. 1000 очков, буква... Другое дело совершенно. Откройте нам букву Т. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. В 700 очков, буква... Ха, ваша любимая. Такой буквы здесь нет. Что, будете крутить? Да покрутим. 350 очков. Ха. Гениально. Откройте нам! Назовете слово целиком? Да покруче. 400 очков. Буква... У. Откройте букву У. Назовете слово целиком? Нет, хочу в шкатулке. 700 очков. Буква... Л. Кто ж будет спорить с этим? Откройте букву Л. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую? Есть! Есть! Назовете слово целиком? Назову. Давайте, давайте. Честно говоря, я вот врач на пенсии. А что такое золотуха? Убей, не могу вспомнить. И вы абсолютно правы! Надо будет в интернете посмотреть. Век живи, век учись. 100 раз слышал, ни разу не интересовался, что такое золотуха. А в эфире золотуха. Капитал Шоу «Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. Изначально это слово означало ручной ткацкий станок. Современное значение оно приобрело благодаря поэту Каменскому. Ни поэта Каменского не знаю, ни слова пока не знаю. 600 очков. Буква А. Откройте нам букву А. Крутите барабан. Шестьсот очков. Буква Е. Откройте. Вращайте барабан. Тысяча очков. Буква ваша любимая. Ну, слава богу, наконец-то. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. Восемьсот пятьдесят очков, буква. Откройте нам букву Т. Что, будете крутить? Шестьсот очков, буква. Хо-хо! Неверно. Будете крутить барабан. 500 очков, буква. Ну вот, откройте букву О. Будете крутить барабан. Точно!
Ничего себе. И перед нами победитель! Так. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Да нет, придется с Валуевым еще раз. Третий раз сыграю. Ну, аж потом, если что, то передохнем. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. Что предложат французы, говоря о расчистке стола? Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. А. О-хо-хо-хо! Такой буквы нет. Крутите барабан. А вы все равно банкрот. Вращайте, пожалуйста, барабан. 750 очков. Ой, неверно. Крутите барабан. Четыреста пятьдесят. Е. От, молодец. Открыть. Ну, вращайте барабан. У вас ноль. Вращайте барабан. Шестьсот очков. Буква. Откройте букву С. Что, будете крутить? Десерт. Блин. 400 очков. Буква. Понятно. Ой! Откройте нам букву Т! Все понятно. Перед десертом. Будете вращать барабан, назовете слово сразу? Да назовет. Ну, конечно! Ладно. Прощаемся пока с Колей. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Потом еще поиграем. Не принес он нам денег в общак 152 тысячи, то есть 1 миллион, 1,5 миллиона у нас есть. Ладно, пока-пока.